Всем привет! В данном видео хочу вам рассказать и показать новый привод от компании AdorAuto. Привод Феникс. Это поворотный привод, который подходит для типов дверей. Выносная дверь и поворотная. Привод может быть расположен как сверху, так и снизу двери. Вот. Основные преимущества данного привода. Ну, первое – это отсутствие подъема двери, что создает высокую скорость работы. Вот. Ресурсово не менее 500 тысяч циклов открытия и закрытия. Вот. Также в комплекте будут имеются мощные рычаги, штанги, опоры и кронштейны. Ну, потом все это можно будет показать. Вот. Это опытный образец, мы сейчас будем его устанавливать на Hyundai Accountе. Вот. И чуть позже я вам покажу, как этот привод будет работать. Справа лежит контроллер от привода. Вот. Сам редуктор имеет прямозубую передачу. Вот. Надежно защищен металлическим корпусом. Вот. Сверху у нас располагается моторедуктор марки Bosch, уже проверенный временем. Вот. Это будущий хит продаж, потому как ориентировочная цена этого привода составляет в районе 25 тысяч рублей. Поставили, давайте его посмотрим. Привод установлен, значит, чуть позже мы поставим защитный кожух металлический, то есть привод будет нормально защищен. Вот. Ну, как я уже говорил, здесь имеются очень мощные штанги, рычаги и опоры. Очень важно. Будет работать в самых жестких условиях непременно. Давайте посмотрим, как он работает. Нажимайте. Время закрытия примерно 7 секунд у двери. Ну, соответственно, открывание тоже. Вот так он работает. Привод работает очень тихо. Замечательно. Сейчас мы продемонстрируем вам автооткат. У привода имеется наличие аварийного открывания двери, как внутри, так и снаружи. Сейчас я вам продемонстрирую. Так, давайте. Хватаем за рычаг и на себя. Толкни дверь. Так, все. Так, вот дверь открылась у нас. Все выходит. Вот. Ставим на место. Все, закрывайте. Привод работает очень тихо, практически бесшумно. Хотелось бы еще это отметить. Итак, кожух поставили защитный. Сейчас я покажу. Вот так он выглядит. Собственно. Ну все, машина отправляется на маршрут. Вот. Всем спасибо за внимание.